Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и сегодня мы с тобою поиграем в довольно странную, но интересную игрушку, где надо продержаться 400 дней, и тогда будет концовка. Я вас заинтриговал? Мы с тобой начинаем. Всем я желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забывайте ставить лайки и, если что, подписываться на канал. Глубоко-глубоко под толщей земли лежат владения старого короля. Обычно титры показывают в конце, но здесь решили в начале, потому что не каждый согласится ждать 400 дней, чтобы увидеть титры, поэтому разработчики решили прямо перед началом нам показать. Вот, и самое, друзья, удивительное в этой игре, уже, наверное, каждый задается вопросом, а можно ли взломать? Можно ли это время взломать, чтобы посмотреть? И я вам отвечу, нет, нет. Разработчики это как-то предусмотрели, и за попытку вас отправят в тюрьму. Представляешь себе? А вот и король. Посмотри на него. Силы мои иссякли. Остался у меня только ты, верный мой тень. Он на маленького Тоби напоминает, блин. Просто посмотри на него. Так. Прошу, дождись меня и никогда не покидай этих пещер. То есть король спит 400 дней. Вот это спячка. Теперь я усну на 400 дней, чтобы собраться с новыми силами. Разбуди меня, когда придет время покончить со всем страхом и тоской. То есть он нас оставляет на 400 дней совершенно одного в одиночестве. Так, тень, вот это мое жилище. Хорошее место, чтобы провести тут следующие 400 дней ожидания. Правый клик, чтобы закрыть. В общем, друзья, нам осталось 399 дней, 23 часа, 56 минут и 31 секунда. Во, успел. В общем, я пока вышел из игры, тут посмотрел. Все нормально, то есть время будет идти. Главное просто запустить игру, и мы скоро, друзья, узнаем. Но мне кажется, все равно кто-нибудь да попытается взломать, как-то вот это все вот сделать. Давай вообще разбираться, что здесь можно делать. Прежде чем я смогу наслаждаться всеми прелестями музыки, мне нужно найти 4 части этого инструмента. Сейчас у меня есть одна часть инструмента. Сочинять музыку. То есть мы какую-то дудку такой можем собрать и... Он так неторопливо просто идет. Офигеть, просто посмотри на это. Ну, давай смотреть. У нас есть вот рисовать. Давай посмотрим, что мы с тобой можем нарисовать. Такого цвета у меня нет. Его можно легко будет найти в пещере. Давайте я ему обычный голос сделаю. Такой. Мне просто уже надоело такой голос, поэтому... Тоби, конечно, все дела. Правый клик, чтобы закрыть. То есть есть красный, желтый... Душа, кисть руки, пещера, вошь, глаз, луна. Давай, наверное, я думаю, друга стоит нарисовать. Это самое важное. И... Ага, погоди. А, это он сам рисует. То есть, представляешь? Вот как сделано здесь. Блин, эта игра просто...
Офигеть! Просто офигеть! Как бы мне выразиться словами? Ни в одной игре нету такого, чтобы мы ждали полгода, пока он там прорисует ножки пауку, пока что-то там обведет. Это прям, ну, сейчас многие скажут, не, ну все, ну все, мне хватило этой игры, игры. Вот. Он практически его, видишь, нарисовал, каким-то угольком там рисует. У нас также есть, смотри, книги. Такая, знаешь, типичная холостячная берлога. Покушать, мне кажется, можем мы где-нибудь здесь найти. Также в компании прекрасных картин время летит незаметно. Этот шедевр заслуживает места на моей стене. Так, хорошо. Мне кажется, это какой-то намек, друзья. То, что мы с тобой можем нарисовать много картин. И отец, вошь, давай автопортрет нарисуем. Надо следить за временем, слушай. Вдруг оно сократится. Вот мне... О, смотри, там какая-то штучка. Вон. Ты видишь это? Вон там какая-то штучка. Блоха какая-то, блоха там. А, ну вон там внизу тоже. Мне кажется... Вот не просто это так он сказал, потому что в играх многих такие намеки, то, что время летит незаметно. Это правда, я помню, когда мне папа подарил конструктор Лего, ну знаешь, не какой-нибудь там крутой, супер, да, а маленький, и я болел, я помню, я вообще вот, когда я болел, там температура, насморк, блин, горло как болит, ты же просто офигеваешь от этого всего, и ты хочешь, чтобы быстрее все прошло, и, конечно, помогает либо сон, либо, вот, я тебе скажу, батя мне купил конструктор Лего, и как я просто, друзья, наслаждался, время быстро пролетело, я даже не заметил, действительно, вот, а если на уроках, вот на уроках, блин, хочется реально... чтобы в компании... Так, хорошо. То есть вот мы с тобой две картинки уже нарисовали, но время нифига не... меньше не стало. У нас также есть, вот смотри, книжечки какие-то. То есть вот. Давай посмотрим. Вот он садится помягче, чтобы помягче было. О, Дри какой довольный. Ах, нет ничего лучше, чем бросить усталые кости в удобное кресло. Сидите смотреть, почитать книгу. Да, я думаю, стоит почитать. Мысли. Король приказал ждать его 400 дней. Затем я должен разбудить его, а он покончит со всем страхом и тоской. Хотел бы я знать, что произойдет. По крайней мере, мой день рождения настанет побыстрее. Король наказал мне никогда не выходить за пределы пещеры. Интересно, что именно он имел в виду. Хотелось бы мне увидеть во сне другое место. Здесь у нас также неторопливо читать. Я не знаю, что это такое. Давай отметим. Я бы очень хотел поисследовать пещеру, но я чувствую присутствие великой тьмы неподалеку. Где эта тьма? Смогу ли я ее побороть? Мне бы не помешала карта королевства. В этой пещере, скорее всего, полно тайных областей. Интересно, когда я открою все части пещеры? Пока что я мало где был. Где-то в королевстве находится тайная библиотека. Хотел бы я ее найти. Больше книг мне точно не... О, нифига себе, он сам автоматически, я понял. Где-то в королевстве находится тайная библиотека, хотел бы я ее найти, больше книг мне точно не помешает. Я мечтаю о том, чтобы найти книгу, которая никогда не закончится. Я прочел, никогда не закончится, офигеть. Так как ждать мне еще долго, я не хочу сидеть сложа руки. К тому же время идет быстрее, когда занят делом. Мой дом недостаточно уютный для такого долгого ожидания. Хотелось бы иметь больше цветов для моих живописных студий. Наверное, я смогу найти больше цветных камушков в пещере. Моему жилищу точно не помешает побольше картин. Особенно картин с вошью. С вошью. Ладно, я понял. Надо вошь нарисовать, блин. Мне бы не помешала кирка тут внизу. Я попытаюсь увеличить свое скромное жилище, пробивая стены пещеры. Тут внизу есть кристаллы разных цветов. Возможно, я смогу собрать и украсить ими свое жилище. Мне бы не помешала кровать. Возможно, я даже смог бы сколотить ее, будь у меня нужные материалы. Мне бы не помешала проточная вода. Не то, чтобы мне нужно мыться. Мне просто звук воды нравится. К счастью, мне не нужно есть. Но я бы с радостью повыращивал милых грибочков. Тут внизу очень одиноко. Мне на секунду показалось, что прям время застыло. По-моему, наоборот все, друзья. Время от времени не помешало бы видеть еще одну пару глаз. Хотел бы я с кем-нибудь поговорить, с кем угодно. Иногда в моей голове
играет красивая мелодия. Хотелось бы мне сыграть на моем любимом инструменте, чтобы облегчить боль одиночества. Нужно составить список моих поражений. Может, хоть это сойдет за какое-никакое достижение. Так что мне сейчас ничего в голову не идет. Думаю, просто посижу в одиночестве. Вот, мы прочитали с тобой мысли. Ох ты, блин. За гусь гиру. Блин. О, смотри, время уменьшается, и вправду, посмотри. Офигеть. Смотри. Сейчас. 46, 45. Я понял, я теперь все понял, друзья. Проблема одна. Проблема, друзья, одна, что... Почему на английском языке? Просто почему? Блин, 154. И смотри, мы можем сократить время как быстренько. Вот оно что. То есть мы чисто можем быстро... Да, время идет, то есть мы спокойно как бы за этим делом. Все, смысл игры понятен. То есть мы должны с тобой искать быстренько все вот это вот, чтобы... Угу. Все понял, но это прям, вот знаешь, прям минус. Как-то все-таки книги почитать. Ну, понятное дело, что мы 154 бы навряд ли бы читали, но если бы я не на запись... Как бы я выключил бы запись, я, может быть, и почитал. Это как-то интересно. Моби Дик. Ох ты ж, блин. Офигеть, там у него страниц. Я теперь понимаю. Теперь начинаю понимать, что тут как надо. То есть нам нужно находить книги. Быстренько их читать, 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 читать. И тогда у нас время вообще быстренько будет улетучиваться. Не знаю, конечно, братишка, что ты думаешь по поводу этой игры. Но, по-моему, она великолепна. Давайте я быстренько прочитаю, и мы с тобой продолжим. Ну, в общем, друзья, все, я уже почитал книжечку. Я специально ее скрыл, чтобы вы там не видели спойлеры. Вдруг кто-то действительно читает, как бы, видите, о вас подумал. А он пока развернул кресло. То есть, прикинь, он его развернул. А, во! Прикинь, он его разворачивает. Ах, нет ничего лучше, чем бросить усталые кости в удобное кресло. То есть, он спрыгнул, и хоп, он сейчас его развернет. То есть, каждый раз он как бы на... Нет, смотри. Блин. Ну, ладно, окей. Пойдем, в общем, исследовать. Смысл мы с тобой поняли. То, что надо найти книги и там уже что-то делать. Так, король наказал мне никогда не выходить за пределы пещеры. Развести огонь. Камин. Этой комнате не повредить немного тепла время от времени. Развести огонь. Обычный огонь. Уголь 0,5. Сера, голубой, вонючий огонь. То есть, видишь, как... То есть, нам надо это все, конечно же, поделать, посмотреть. Это максимум скорости, да. Молодец, молодец. Очень быстро он, друзья. Так, давай, передвигайся, братишка. Ну, а эта игра, в принципе, и учит, друзья, как бы особо так не торопиться. Ну, знаешь, на самом деле в жизни, блин, я очень тороплюсь, я очень тороплив, я пытаюсь и туда, и сюда успеть. Вот, да многие из нас. На улице тоже посмотрите, люди очень быстро ходят, очень спешат, прям такой вот, особенно я помню в Москве, тоже город такой был, Тамбов, друзья, это просто ненормально. Я тебе скажу, я же ехал по трассе в Воронеж, вот, и смотри... Значит, как это было? По трассе, когда ты едешь, там уже, ну, 130-140 можно. Но я особо не нарушаю, поэтому там 110. Так вот, ну, иногда там 120, где вижу камеры, не нормально. Не особо нарушаю. Смысл в чем? Когда я заехал в город, когда в город заезжаешь, ты чувствуешь прям 60 километров. Ну, 80 километров в час. Это прям... Все долго длится в Тамбове, это очень быстро, просто все там лихачат, вот так вот делать, я тебе говорю, я никогда такого еще не видел, серьезно, вот я в Екатеринбурге жил, в Воронеже нету, вообще, я просто в шоке. Думаю, король разрешил бы мне исследовать его огромное королевство, но лучше запомнить дорогу назад. Правую кнопку мыши, используйте стрелки из этой колонки, чтобы запомнить эти места. Вот, можно вот так вот, друзья, делать. Запомни, иди назад. Идти в случайное место. То есть, понимаешь, тут много в чего. Давай потихонечку.
разбудить короля. 400 дней только начались. Король все еще спит. Мне придется жить в его пещерных покоях и разбудить его, когда придет время. Очень-очень интересно, что будет. То есть смысл в том, что надо просто-напросто книги читать и все. Взять. Что можно взять? Что-то там обронил. Кусочек угля. Павший брат возвратился домой. И если мы достаточно угля, конечно же, соберем, ребята, то, ты сам понимаешь, разведем огонь хотя бы. Ой, да он там храпит, ля, как батя. Мне некуда спешить. Времени на прогулки достаточно. Правда, правда, друзья. Так вот, в жизни в основном многие спешат, и хочется, конечно, как-то немного расслабиться, как-то, чтобы время остановилось. Помню, какой-то энергетик там рекламировали, но не суть. 25-й час. Мне очень нравятся эти ступени. Все, идем туда, давай. Мне бы 48-й час. Вот тогда было умно. Блин, ты скажешь, блин, но есть другой день. Да, дело в том, что, например, ролики надо делать. А так бы, представляешь? Хоп, сделай на один день. Отдыхай там, спи, храпи, что-нибудь еще делай. Это как-то... Не знаю, мне понравилось. И еще школа, самая важная школа, например. Ну, к примеру, про вас или ты, может быть... Про работу, про колледж, про универ, да хоть что. В общем, подумай сам, как бы было здорово столько отдыхать. Хотя отдыхать, блин, тоже, когда отдыхаешь, скучаешь. Вот, например, сейчас вот некоторые... Зачем вообще сюда пошел? И здесь ничего, друзья. Вот я вижу, там уголек есть. Пойдем туда. 398 дней осталось. 23 часа 25 минут. Напишите, друзья, если вы уже проходите эту игру, сколько у вас осталось времени. Так вот, если, друзья, отмотать время, то есть на компьютере там я вижу что-то на земле. Молодец. Давай взять. Два угля. Все, потихонечку. Можем это запомнить место. И вот, я думаю, стоит запомнить его. А мест тут не так уж много, в принципе, локаций. А может и много, просто мало видишь слотов. Случайно место. Куда мне идти? Блин, забавный такой тень. Да, сейчас некоторые скажут, что Shadow Fight 2, быстрее давай гони. Я сейчас просто, друзья, прохожу, блин, там тоже залезть. Эти двери не открывались уже очень давно, но на это потребуется время. О, как. Офигеть. То есть смотри, как они долго открываются. Боже. Боже мой. Нет, я просто знаю, что у меня, например, братишки, например, смотрят... К примеру, какое-нибудь видео, да, если прям вообще скучно-скучно, в плане, знаешь, экшена маловато. Сейчас в основном все на экшен работают, просто работают на экшен и... Так, я могу, да, зайти? Нет. Я не могу протиснуться, но стоит подождать, когда дверь откроется на полную. Я не хочу хитрить. Не хочет он... Ты чё, серьёзно? Чего за сранец? Хитрить он не хочет, прикинь. Все, наконец-то мы можем с тобой зайти. Прекрасное место для того, чтобы быть одному. Нужно запомнить дорогу. В общем, вот мы можем с тобой запомнить. Да, стоит запомнить, конечно же, конечно. Если дверь особенно будет так долго. А интересно, когда вот мы запомнили и нажмем идти, он реально будет идти, да? Он не будет перемещаться быстро. Я же прав? Конечно, друзья, прав. Кстати, вон там вот какой-то обрыв, заметь, справа. Поэтому туда мы особо не сможем как-то пройти. Так, давай посмотрим, что у нас здесь есть. Это музыка такая непонятная. Так, ну и пойдем потихонечку. Здесь действительно королевство. И смотри, тут какие-то штуки интересные. Вот один из лучших мультиков, ребят, сейчас вам посоветую, если вы вдруг не смотрели. 25 лет балбесу, обожаю мультики, просто обожаю. Прогуляться по этим
величественным замом воистину удовлетворяющее занятие. Вперед. Вперед. Не вверх, есть мультик вверх, а есть вперед. Вот недавно вышел. Это просто капец, какой он экшовый, как он прям вот, знаешь, вообще написано драма, фэнтези, но, блин, чуваки, да, там порыдать можно даже, но как это просто круто. Этот мультик, он прям вот тебе понравится, 100%. Если ты не ходил в кино, обязательно сходи. Боже мой, слушай, да тут дофига и вправду дороги, я тебе хочу сказать. Офигеть, посмотри, тут сколько дверей всяких различных. Чего? Ему что-то... Ему не нравится, видишь, ему не нравится. То есть я, например, указал ему сразу наверх, он такой, а я не могу туда попасть, мне надо сначала вот сюда вот выделить, потом сюда. И я что-то ищу в этих пещерах, но не уверен. Ищешь, ищешь. Нам, во-первых, нужны уголечки. Потом мы с тобой найдем какие-нибудь камушки. Давай, кусочек угля упавший. Давай, все, бери. Там, видишь, намеков очень много. То есть он же нам говорил то, что время быстрее идет, когда что-то делаешь. Вот, прошу, книги почитали. То есть когда он говорит, я что-то ищу. И сразу хопа, он что-то находит. Понятно все. Но эта игра, слушай, она... Ёпарасете, посмотри. Посмотри на это, блин. Это пещера тепла и красиво. И туда мы не можем пока что пройти. Мы можем только вниз. Хорошо, хорошо, давай исследовать. Давай дальше исследовать, смотреть, запоминать. Проблема в том, что я такой летсплейщик, такой человек, да, скажем так, который плохо, плохо действительно дороги запоминает. Казалось бы, вот для этого вот тот, кто... Запоминаем. О, красный, отлично, отлично. Красный, это потрясающе. Давай, забирай. Давай, забирай. Кусок глины. Теперь я могу рисовать красным. Это очень замечательно, потому что красный один из моих любимых цветов. Я очень обожаю, друзья, черный, оранжевый, красный. Одиночество реально. Спокойно, братишка. Я тут, не переживай, мы с тобой. Ничего страшного, как бы. Иногда одиночество помогает. Но говорят, что мужики, короче, в одиночестве, блин, живут меньше. Вот что. Вот это мне не очень нравится. Прикинь, почему, интересно. Но одиночество действительно может свести с ума. Вот. Давай посмотрим, что у нас здесь есть. Так, он туда может пройти, он спокойно туда может пройти. Также у нас там, смотри, дверь есть. Нам придется как-то запоминать все это. Ох, блин. Осмотреть мох. Тут растет мох, но собирать его пока рано. То есть тут у нас, если что, есть мох. Везде. А водичка. Водичка. Хлюп-хлюп, говорит наш персонаж. Осмотреть мох пока рано. Я, конечно, тут все исследую. Конечно, обязательно, давай. Опять же, осмотреть мох. Ну, мох, я так понимаю, он будет долго расти. Так, и тут у нас, по-моему, ничего такого нет. Опять же, мох. Какое-то действие у нас. Смотри, просто офигеть, как долго идти. Зайти в дверь. Это дверь. Ребята, это дверь. Представляешь себе? Вот это вот, казалось бы, это же не дверь. Это же... Офигеть. Сохраняемся. Боже мой, как же тут просто можно заплутать. Это ад. Это просто ад для меня. Я дорогу никогда не найду. Ну ладно, все, сохранение есть. Это очень-очень-очень замечательно. Что мы с тобой сохраняемся. Или клубочек какой-нибудь. Или что-то можно было бы оставлять. Камушки какие-нибудь набрать. Так, мы же тут одни, никто нам не подпортит. Никто там плохого не сделает. И тут, я так понимаю, тупик. Наконец-то, хорошо, хорошо. Очень замечательно, что тупик. Мне очень приятно. А прикинь, где им дверь будет. Вот это вот, например, там. Мне надо смотреть мох. Или ты хочешь... Нет, все. Отлично. Отлично, там ничего такого нет.
мох, видимо, нам пригодится чуть позже, хоть нам бы какую-нибудь книгу. То есть для этого нужна библиотека. Здесь где-то есть библиотека, но мы пока не знаем где. То есть если мы ее найдем с тобой, но послушайте, сколько, 1200 страниц Моби Дик, тихо взять. А вот это вот я не видел. Кусочек угля, павший брат. Вот видишь как? А я чуть, друзья, не пропустил. Нам нужно всего 5 кусочков. Вот, соберем их и будем счастливы. Костер разведем, уже будет замечательно. Как-то не так даже грустно на душе. А, туда бы тоже хотелось вернуться, посмотреть, что там. Все-таки, я думаю... Давай, братишка, пока посмотрим, что там у нас. Видишь, все куда-то вниз нас ведет. Смотреть мох. И тут уже тупик. То есть, как бы сказать, если мы что-то найдем, мы сможем здесь пройти. Но пока нет. Эта капелька очень сильно старается. Ага, да. Вот незадача. Думаю, я смогу пройти дальше, когда дружелюбная капелька наполнит яму. Но... на это может уйти месяц. Месяц. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. То есть, видишь, как... Ладно, хорошо. Буду знать, друзья. То есть, видишь, тут наполнится у нас немножечко водички. Мы с тобой там поплаваем слегка. Блин, это здорово. Мне игра нравится. Потому что... как бы тебе сказать, вот я про мультфильм «Вперед» говорил, он, понимаешь, он не похож вообще на другие мультфильмы, это очень важно, потому что индивидуальность сохранить сейчас, друзья, у нас в 2К20, это очень сложно. Все как по стереотипу, все одни похожи на других, как и мультики. И даже делают ремастеры, чисто версии в HD там, либо перезапускают, немного по-другому снимают, вот, героев меняют, там... как там делали у нас осмотреть мох. Нам нужен еще один уголечек. Сейчас мы с тобой немного тут пройдемся. Это хорошо, что тупики есть, что мы не бесконечно идем. Это хорошо, потому что ты сам понимаешь, как-то мне не очень это нравится. Вот, смотрю я все на часы эти. Это капец. В такой неглубокой воде не утонешь. И это тупик. Отлично. Замечательно. Хорошо. Все. Пока мы с тобой... прям хорошо все идет. А, можем с тобой быстренько смотреть мох, да? Я схожу в это место. И смотри, он автоматически идет. Понятно. Блин, никакого быстрого перемещения, никакого, друзья. Он будет аккуратно, тихонько идти. Понятно все. Вообще тихонько-тихонько идет. Ну, понятное дело, что можно вмешиваться. То есть, например, вот так вот сделать, все, он уже не идет. Да, он, видишь, на место пришел, и все. Ну, нам пока это и не надо. Смотреть мох. Что же с этим мхом? Куда мы его можем сделать? Я не понимаю. Что из мха? Можно пожрать мох. Даже не знаю. Так, здесь мы с тобой уже все закончили. То есть мы с тобой тут прошли, посмотрели, что ничего. Там тупики. Там единственное, только вот мы с тобой запомнили, через месяц надо будет сходить туда, когда будет 397 дней. Вот. Но это мы чуть попозже сделаем. Блин, как же он долго идет, да? Проблема в том, что когда ты вот это видишь, вот это вот как не торопится человек, это очень дико. Я прям вот, ну... меня даже... Во, можем, кстати, вниз идти. А, ну мы отсюда и пришли, да, все правильно, друзья. Вот, и там дверь была. Возможно, там как раз что-то интересное. И там еще лестница, офигеть. Посмотри, оп, взять. Давай, забираем кусочек. Отлично, все, мы теперь можем развести костер дома. Возможно, мы там можем на него посмотреть, потому что можно бесконечно на огонь смотреть. Возможно, время будет... Что такое, братишка? Давай, иди.
Я думаю, что он там застрял. Вот, теперь мы с тобой наверху оказались. Ага. Так, сохраняем это место. Хорошо. Придется потом, конечно, перезаписывать. Я уже это понимаю. Я подумал, что тут всего пару локаций. Чтобы что же делать? Оказывается, здесь очень много локаций. Так, я был в этом месте или не был? Очень похоже на это, но это не оно, да? Я ведь прав? Я никогда не понимал жизнь. Говорит. Нет, это другое место. Хорошо. Давай вот сюда вот сходим. Так, здесь еще 200 дверей. Блин, как же здесь много дверей. Просто офигеть. Зайти в дверь. Так, офигеть. Просто офигеть. Пойдем сначала сюда. Так, вижу что-то. Уголек еще один, да? Да, мы с тобой еще один уголь нашли. А, мне кажется, он, знаешь, он может камин... Опа, какая-то что-то новая штука. Деревяшка может пригодиться для создания кровати. Ох, это хорошо, это хорошо. Замечательно. Так, стоп. Были ли мы тут или не были? Секунду. Блин, как же это все... Опа. А мы здесь были, да, мы здесь были. То есть, видишь, это оно и есть. То есть, видишь, он сюда идет. Все, все правильно, все правильно. Может, не это, даже не показывать мне, браток. Браток. Давай-ка вот сюда вот зайдем. Сейчас я точно, так сказать... Да, все понятно, друзья, отлично, отличненько, просто хорошо. Так, будем ли мы ходить сюда? Я думаю, стоит, давай зайдем в дверь. Главное запомнить, посмотреть. Так. Угу. Так, мы сюда, сейчас, сходим, секунду. Боже, я начинаю запутываться. Действительно. Так, вот, мы с тобой прошли, да? Угу, хорошо. Так, туда идем. Наверх. Опять взять? В смысле? А он что ли спавнится? А-а-а. Так, зайти в дверь, давай зайдем. Это, по-моему, та дверь, которая будет сейчас этажи такие. А, вот посередке. Ой, блин, что-то я начинаю реально запутываться. Боже мой, давай туда. Сходим. Игра годная. Мне нравится, мне очень-очень нравится. Мы с тобой ее не будем забрасывать. Мне прям не хочется этого делать. Ты сам знаешь, я раньше забрал... Но это было, я не знаю, год назад. Вот. Сейчас я игры стараюсь проходить. То есть я могу там на... На месяц это вообще редко, редкость. Такое бывает, конечно. Но бывает. Но эту игру мы с тобой, конечно же, если вы хотите, давайте 500 лайков щелкнем. И мы с тобой точно на этой неделе еще и... Ну как, пройти-то, блин, ее фиг пройдешь. Тут уже потребуется 400 дней. Похоже, эта резьба представляет из себя довольно примитивную карту королевства. Сразу в ней разобраться не получится. Нужно время. Три. Итак, где же мы? Мы здесь, да? Вот это вот место. То есть, не, в принципе, разобраться можно. Это оно же, да? Вот где мы с тобой находимся. Так, стой. Куда ты? Сразу разобраться. Я начинаю понимать эту резьбу. Вот куда он начинает. Угу. Хорошо. Стой, мы здесь не... Блин, как же... Офигеть! Просто посмотри на это! Не, ну в принципе...
меня тут свет, простите, ребята, приходится вот такую вот козырек, блин, делать. Как бы у меня... А, смотри, там сокровищница какая крутая. А путь перекрыт... Не, хотя мы можем там пройти. Какие-то вот еще там ходы, какая-то... Боже мой, чего тут только нет. А, еще? А вот, король, то есть мы так далеко уже ушли. И наша нора вообще там в полной попе. В полной просто попе. Офигеть, чего здесь только нет. Ребята, это годная игра. Если вы хотите, чтобы я завтра выпустил, прям напишите, прям напишите. Слушай, это еще не все. Офигеть, там ходов, там просто куча, там целая туча ходов. Это все уменьшает. Все, короля мы, конечно, увидели, но это... Так, а можно мне как-то... Провернуться к моим обязанностям? Правильно. Мы можем, смотри, в чем прикол. Мы можем с тобой... То есть, например, я его направлю сюда. К примеру. Нет, так не получится. Так не получится. Это можно защелкнуть, конечно, щелкануть там, блин, эту карту. В общем, друзья, на этом все. Мы с тобой пока прощаемся. Если тебе прям зашла игра, обязательно поставь лайк. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка.